Доброго времени суток, вы на канале Мотосибирь 55. Сегодня у нас краткий обзор, квадроцикл подростковый, детский, кому как удобно. Гризли на седьмых колесиках, 4 одинаковых колесика вот такого вот плана. Размерчик 16 на 8 на 7. Очень интересная комплектация. Вот такой нарядный, как елка новогодняя. Давайте мы его поэтапно разберем. Мощность двигателя 9,8 лошадиных сил, 125 кубиков, мотор четырехтактный. Трансмиссия автомат с реверсом. Вперед нейтральная задняя передача. Вот такой вот рычаг переключения. Очень удобно. Расширители арок дополнительные. Для второго пассажира спинка для двоих детей. Очень подходит, или взрослый и ребенок. Грузоподъемность максимальная составляет 100 кг. Давайте посмотрим заднюю подвеску. Задняя подвеска очень распространена, на многих моделях устанавливается. 428 цепь усиленная, большой натяжитель, длинный амортизатор. Амортизатор такой более жесткий. Гидравлические задние тормоза, высокие большие подшипники задней оси. Ну, много в каких квадроциклах сзади подвеска идентичная. Могу сразу сказать о том, что больше заявленной грузоподъемности лучше ее не превышать. Рама порошковая, китайская, поэтому надо быть более аккуратно с этим делом. Глушитель стандартный. Что мы здесь имеем? Передние тормоза барабаны, заданные гидравлические, как уже мы видели. Здесь дополнительно установлен сигнал. Очень интересная функция. Это плюс. Переключение света ближний-дальний. Здесь показывает индикацию передачи. Вперед вы едете. Задняя передача, либо нейтральная. Такие вот просто сумасшедшие дополнительные туманки. Все диодные. И оптика родная тоже диодная. Бампер, пластиковый бампер снаружи, металлический бампер внутри. Передняя подвеска очень-очень давно эксплуатируется. Сразу могу сказать, что подвеска дешевенькая, но достаточно хлюпенькая. Много вопросов. Вот здесь вот наборные части, вот здесь наборные части. За ней надо следить, постоянно ее подтягивать, смазывать. Если не следите, то будет все бренчать, стучать. Тормоза барабанные. Если делать расчет на то, что дети в основном в целях безопасности тормозят задними тормозами, то это не особо важный фактор. Ну а так в целом, вот продукт меньше 55 тысяч рублей стоит. В наличии он в магазине на 13 Комсомольской 1/2 в городе Омске. Приходите, смотрите. Наличие имеется. Ну, конечно, как и множество других квадроциклетных моделей разного объема, мощности и разных производителей. Большой, огромный ассортимент. Не только по квадроциклам, ну и в целом по мототехнике. Но с основным ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте motosibir55.ru. Там представлены и видео, и фото, и описание, и стоимость. Все контакты, пожалуйста, motosibir55.ru. Приходите, заходите на сайт, смотрите, получайте информацию. Ну и приходите обязательно в магазин к нам. Мы работаем ежедневно, без обеда и без выходных, с 10 до 19 часов.
Если есть какие-то вопросы, пишите, постараюсь ответить. Отправляем технику в разные города, на любой транспортной компании, какой вам удобно, любая форма оплаты. Если видео вам понравилось, жду ваши лайки. Обязательно подписывайтесь, у нас много очень интересного видео по мототехнике. Ну, а так все. Всего доброго. До свидания.